детское автокресло Evenflo, модель SafeMax Platinum серия. То есть модель идет 2019 года. Рассчитано от рождения до 55 кг. То есть можно прямо использовать его с нуля. Устанавливается против хода движения. Вот таким образом фиксируется либо штатным ремнем, либо системой крепления EasyFix. EasyFix здесь идет американская разработка LATCH вот такого плана. В дальнейшем, когда ребенок присаживается, ставится по ходу движения. Здесь мы можем регулировать независимый фон. То есть 4 положения. Очень удобно встроенные подстаканники в комплекте идут. Также в комплект автокресла входят направляющие для EasyFix, для удобства фиксации в автомобиле. Пятиточечные ремешки у модели Evenflo рассчитаны до 25 кг. То есть это ориентировочно 5-6 лет ребенок полноценно может фиксироваться внутренними ремнями. Достаточно длинные. Удобная регулировка по высоте, то есть их не надо переставлять, они регулируются автоматически. Подняли раз повыше, надо регулировать пониже. Опять же, очень удобная система, ремни фиксируются по отдельности. То есть у многих автокресел надо сначала вложить один в один, пристегнуть. Здесь вы фиксируете по отдельности каждый замок. Дополнительно идет фиксация на груди ребенка. То есть фиксирует, чтобы ребенок не мог снять ремешки. Регулируется до 150 сантиметров по высоте. Опять же, у данной модели идет джинсовый материал. То есть он сам по себе максимально практичный. Дышащий, легко чистится, легко моется. В подголовнике встроенные мягкие подушки. То есть удобно для сна. Плюс он достаточно широкий. То есть если верхняя одежда, ребенку будет опять же комфортно. После 25 кг убираются внутренние ремни. То есть они заправляются под чехол автокресла. Вот таким образом прячутся, не мешаются, не болтаются. И ребенок фиксируется как взрослый штатным ремнем. Вот таким вот образом. Также модель SafeMax проходила дополнительные тесты. Называется он ровер-тест. То есть это краш-тест с переворотом. Показала очень хорошую оценку по безопасности. В плане стирки весь материал идет на резинке. То есть полностью можем снять, постирать. А внутри, то есть вот этот вкладыш, он идет гелевый. Принцип его какой: зимой он не накаляется, летом он не нагревается. Это опять же очень удобная разработка. Помимо системы крепления EasyFix присутствует якорная система. То есть вот такой крючок, дополнительная фиксация сзади. Внутри каркаса также идет металлический стержень. То есть дополнительная жесткость. Каркас максимально жесткий. На модели кресла. Очень актуально для зимы, потому что одно из самых широких. Ну и в принципе, наверное, все. Магазины Креселбург.